А как можно быстро запустить свой YouTube-канал, недорого совершенно, и чтобы ты однажды проснулся звездой YouTube? Есть и парикмахерские услуги, маникюрные услуги, массаж, косметология. Один YouTube-канал может помочь всем этим направлениям. Если с Инстаграмом мы уже более-менее хоть что-то разобрались, так с YouTube это как новый канал, вообще непонятно, как разбираться. Самый как бы простой путь – это просто настроить рекламу по определенным ключевым словам. Я уже все придумала. В идеале никакого монтажа. Самое главное, конечно, это название. Хочешь ты этого или нет, это как бы классно работает. Зарегистрировал YouTube канал полгода назад, и там пока ни одного ролика. Первые, значит, зрители ты должен найти сам. Я бы на вашем месте наняла бы больше людей, купила бы лучше камеру. Понимаешь, да? Сразу видно, что люди далеки от бизнеса. Да. Как обложку назовем? Наверное, дятлы. Всем привет, ребята! Ну что, после прошлого выпуска про YouTube-каналы для больших людей все стали спрашивать, а как же делать YouTube-каналы для маленьких? Это же так просто, так легко стать более популярным, стать более узнаваемым и, самое главное, стать более богатым. Поэтому сегодня я решила выбрать жертву, настоящую жертву, которая изрешетила мое лицо в клеточку, поэтому сегодня запрещены крупнички. И на примере этой жертвы показать вам, а как можно быстро запустить свой YouTube-канал, недорого совершенно, но при этом сделать так, чтобы вот все те классные плюсики, которые я перечислила ранее, сработали, и чтобы ты однажды проснулся звездой YouTube, проснулся звездой своей жизни и сказал: блин, Ермилова, ты была права, ты офигенная. Поэтому смотрите выпуск до конца, даже если он покажется тебе немножечко нудненьким, бери блокнотик, записывай и, мать твою, делай, и тогда у тебя все обязательно получится. Мы будем запускать новый YouTube-канал в реалити-формате. Вы увидите, как это происходит, вы увидите, какой контент нужно делать для своего YouTube-канала. Может, некоторые даже слямзят. В общем, ребята, все шансы для того, чтобы стать звездой. И не забудьте, если встретите меня где-нибудь в Ашане, сказать: Ермилова, я тебя смотрю. Пошли. Как вы уже поняли, вчера я была в гостях у Теодора, и сегодня я реально похожа на царицу. Ну, ты обещал, что я буду красивая. Или это ты имел в виду вот это? Да, но потом сбрасывает старую шкуру и становится прекрасной принцессой. Ну, у меня есть для тебя месть. Кто не помнит или не смотрел выпуск, я напоминаю, что Теодор занимается красотой, инъекциями красоты. На самом деле, это не единственное его направление. И я уже как человек, который имеет непосредственное отношение к YouTube и работает с большими компаниями, все-таки искала себе жертву, чтобы показать, каким образом запускать YouTube для своего бренда людям, которые являются, ну так, ремесленниками, да, которые сами непосредственно работают над своим личным брендом для того, чтобы, естественно, больше и лучше продаваться. Сегодня, как ты уже понял, я решила сделать тебе вызов. Подумала о том, что тебе нужен YouTube-канал, ни одной же мне страдать. Ты очень добрая. Тебя учусь. Но я-то знаю, что YouTube, вести канал, это очень-очень сложно. Это правда, но только отчасти. Давай мы все-таки с тобой для начала разберем то, чем ты занимаешься, по направлениям, чтобы мы сами сейчас понимали, что у тебя есть, и тогда мне будет более удобно объяснить тебе, каким образом один YouTube-канал может помочь всем этим направлениям. Смотри, направления как бы разные несколько, но они и общие, связанные между собой. Во-первых, я собственник салонов красоты, и у меня есть два салона красоты, в которых есть и парикмахерские услуги, и маникюрные услуги, массаж, косметология, татуаж, наращивание ресниц, визаж. Второе направление, лично я занимаюсь инъекционной косметологией, это как моя любимая работа, и я в этом направлении развиваюсь. Кроме этого, у меня есть еще учебный центр, который также обучает разным направлениям. Кроме этого, я сам лично обучаю, провожу мастер-классы, тренинги
на специализированные темы в инъекционной косметологии. Плюс у тебя есть еще косметика, которую вы помогаете подбирать и продавать своим клиентам. Да, это дополнительно для того, чтобы удобно было купить, и они знали, что гарантированно эта косметика качественная. Конкретно мы работаем только с официальными представительствами, поэтому у нас, естественно, все качественно. Ну смотри, все-таки тебя рассматриваем сейчас как кейс. И у тебя очень классный кейс, потому что за последнее время ты стал очень активно продвигаться и расти как врач эстетической медицины. То есть ты сейчас очень активно растешь, у тебя, по-моему, каждую неделю проходят сейчас обучающие мастер-классы, судя по тому, как я наблюдаю. И ты очень в этом деле сейчас набираешь. Уже все больше людей, с которыми я общаюсь, говорят, мы тоже знаем Теодора, мы видим. То есть твой личный бренд начинает набирать сейчас обороты. Наша задача тебе в этом помочь. Ты хорошо работаешь сейчас с Инстаграм, достаточно активно вы там себя ведете и позиционируете, но смотри, YouTube это очень классная площадка, потому что, во-первых, это вторая поисковая система в мире на сегодняшний день. Когда мы сегодня в Гугле забиваем что-либо, нам выдается YouTube в том числе. Я уже стала забивать очень многие позиции непосредственно в YouTube, потому что это возможность сразу же посмотреть, увидеть, и кредит доверия сильно выше, чем к тому, что написано, потому что когда мы видим человека, он у нас вызывает какую-то эмоцию, да, Ермилова страшная вся, она не нравится нам, смотрю ваш 38-й выпуск подряд, 34-ю неделю, вы меня по-прежнему бесите, есть какой-то личный контакт, и у нас есть гораздо больше возможностей выразить, показать, опять-таки объяснить, продемонстрировать. Вот какие самые такие моменты, которые тебя останавливают перед YouTube? Ну, во-первых, это снимать. Оборудование. Во-вторых, это надо какие-то тексты придумывать так, чтобы это было интересно зрителям. В-третьих, надо это обрабатывать, кому-то это надо вылаживать. Но когда мы выложили, а что с этим делать, вообще непонятно. YouTube канал надо же как-то продвигать. Это вообще ничего не понятно. Все плохо. Все плохо. О чем снимать, кому снимать, когда есть, снимать еще, да? Время если занимает. Если с Инстаграмом мы уже более-менее хоть что-то разобрались, с Ютубом это как новый канал, вообще непонятно, как разбираться. Смотри, есть такая очень важная штука в бизнесе, которую очень многие люди не понимают. Называется она целесообразность. Например, многие люди, когда со стороны о ком-то судят, они говорят, я бы на вашем месте наняла бы больше людей, купила бы лучше камеру, там, арендовала бы больше помещений, а почему вы находитесь в этом районе, а не в этом? То есть сразу видно, что люди далеки от бизнеса. В бизнесе очень важно, чтобы была целесообразность твоих действий. Поэтому если говорить, например, о съемках, то вариант того, чтобы нанимать съемочную группу, делать профессиональный монтаж дорогой, и все эти вещи, они не являются в твоем случае целесообразными, по крайней мере сейчас. И даже прежде всего не столько из-за денег, хотя и это тоже, сколько из-за времени и понимания. Когда мы понимаем, что это надо делать так глобально, у нас тут же мозг наш выдает, тебе это не надо, у тебя есть срочно другое дело, зачем, куда. То есть наша задача первая, это понять, что если мы рассматриваем это с позиции целесообразности, то наш инструмент первый, это телефон. Он у нас всегда есть, сегодня есть прекрасные камеры, и это классное вложение. Может быть, всегда повод купить себе более новую модель, потому что это теперь инструмент не только там поснимать какое-то видео себя, но это как бы максимум. Телефон всегда под рукой, ты всегда можешь это делать. Второй момент – это банальная петличка, которая точно так же решает проблему звука, потому что видео записано со звуком и без звука, сразу же для человека является как бы потолком. Там петличка стоит до 1000 гривен, там от, я не знаю, 500, то есть вообще не является какой-либо затратной частью. И следующий момент такой ключевой – это понимание того, где у тебя есть место, где ты можешь регулярно снимать. То есть это как бы первый формат. Понимание того, что это должно быть супер круто, еще как-то. Вот если мы говорим о том, что должно быть видео или не должно, что выиграет, то выиграет однозначно, если видео будет. Улучшать его можно, но не циклиться на первых порах вообще вот на эту тематику. Самое главное – это найти ответы на два вопроса. Первое – нахрена тебе вообще этот канал? Он вообще каким-то образом сыграет в твоей жизни роль или он будет пустым местом? Потому что если он сыграет, то в какой-то период времени, когда ты это поймешь, у тебя включится, знаешь, бензинчик, ты поймешь, что, блин, это дает мне эффект, меня больше узнают, у меня больше покупают, это играет.
И второй вопрос – это какой контент туда постить. Потому что, конечно же, у людей существует вот этот кризис жанра, когда они не понимают. Либо начинают снимать рекламу о своем салоне или о себе. Вот я такой, я сякой. И вот 10 роликов об этом сняли, никто это не посмотрел. И как бы это проблема, понимаешь, да? Поэтому я уже все придумала. Расскажу тебе, о чем мы будем снимать. То есть какие у нас есть направления. Первый ответ, зачем тебе это надо – в твоем случае усиление личного бренда – это и больше клиентов в обучении, и больше клиентов личных, и больше клиентов для салона, и больше продаж косметики, то есть всего больше. Выступления и приглашения на различные мероприятия, потому что лиц не хватает, как ни крути, и мы сегодня все приходим с YouTube. Сегодня регулярно звонят на какие-то кастинги, на какие-то выступления, мы вас смотрим на YouTube. Хочешь ты этого или нет, это как бы классно работает. Ты еще знаешь, какой плюс перед Инстаграмом? Сильно меньше людей в Ютубе, чем в Инстаграме. Потому что YouTube кажется людям более сложной работой. Но тут, вот знаешь, как вот у тебя вчера, сколько ты мне здесь сделал уколов вчера? Ну, может, 500. Да ладно. Ну, штук 100 точно есть. Не, ну больше. Больше. В моем лице больше, чем 100 уколов. Поэтому я такая красивая. Ну вот смотри, рука, когда набита, это несложно. То же самое и в YouTube. Нужно изначально понять, что нужно набить руку и относиться к этому легко. Не пытаться сделать первый продукт. Вот первая ошибка, которую всегда все делают, это сделать продукт совершенный. Вот нужно понять, что совершенный, не мне тебе говорить. Для этого нужно набить руку. Просто принять, что да, первое то, что ты делаешь, оно не идеальное, не совершенное. И даже не второе, не десятое. Но для того, чтобы этому научиться, это просто нужно сделать. Поэтому мы легко к этому относимся. Давай рассмотрим варианты того, какой контент на нашем канале уже будет. Четыре ключевые задачи. Первое – это обучение, продвижение. Второе – это продажа услуг в твоем салоне. То есть все равно, если у нас есть люди, которые нас смотрят, и они доверяют, ты их можешь отправлять к тем, кого ты выбираешь в свой салон. Только тут перед тобой есть ответственность уже за других людей. Дальше – это продажа, безусловно, косметики. И, естественно, что продажа твоих инъекционных услуг непосредственно, потому что в этом деле ты как бы мастер и лично за это отвечаешь. Теперь, каким образом мы делим дальше контент? Когда мы вот эти вот для себя выделили подразделения, наша задача захватить аудиторию, которых интересует эта тема. Что это может быть? Первое, продажа услуг. Может быть рубрика, где ты будешь рассказывать на моделях, на подборах каких-то примеров с интернета. То есть тут могут быть какие-то вещи, которые ты заранее готовишь, что ты делаешь, какие есть процедуры. Я даже для тебя сделала такой примерный набросок тем, несколько скажу. Например, идеальный нос без операции. Сегодня тема носика, может быть, и я когда-нибудь приду. Сегодня тема носика является очень актуальной, и все ринулись на эту ринопластику, но в то же время есть масса вариантов, когда девочкам не нужна ринопластика, правильно? Да. И это можно сделать с помощью инъекций. Можно. Можно. Я думаю, много очень девочек хотят посмотреть на эти видео, и понятно, что, возможно, кто-то эти видео снимает. Но работа за тебя говорят. Ты мне вчера рассказывал, что к тебе приехали откуда пациентки за носиком? С Израиля. Почему приехали к тебе с Израиля? Они не только ко мне приехали, но выбрали меня среди пластики и коррекции инъекционными методами, выбрали инъекционные. А как они о тебе узнали? С Инстаграм. То есть, видишь, тема как бы работает абсолютно. Да. То есть люди о тебе узнают, просто YouTube это еще один источник. Вот то же самое здесь. Или, например, там контурная пластика, что это и кому она нужна? Вопрос, что такое контурная пластика, я думаю, что сейчас половине, если мы зададим зрительниц моих. Пластика по контуру. Пластика по контуру. То есть для людей будет это непонятно. Таким образом, на свою тематику, вот я тебе уже написала тут тем 15, и мы можем бесконечно эту тему развивать. Тут очень важно делать правильный заголовок. Видео должны быть порядка 10 минут, иначе их дольше, ну, как бы редко будут смотреть, и для тебя это будет несложно. Когда ты знаешь, что ты сейчас запишешь несколько видео на тему, и мы будем выстраивать несколько их режиссур, чтобы ты понимал, на какие вопросы тебе нужно ответить. Вообще запомните, если вы снимаете видео, никогда не пишите себе текст, иначе в вашей голове все время будет вот эта бумажка, которую вы будете там где-то вспоминать. Очень важно просто понимать систему изначально, по которой тебе нужно рассказать. Что,
где, когда, кому, например. То есть мы выстраиваем изначально такой план, и дальше, поскольку ты специалист в этой теме, а не инфобизнесмен, который пытается рассказывать о том, чего он никогда не делал, тебе это делать очень легко. Это ролики, которые будешь записывать именно ты в своем кабинете. Будем смотреть, где нужна модель, где не нужна, где, возможно, просто нужно будет в элементарном монтаже твоей помощницы вставить какие-то картинки, показать. Нам здесь не нужно 10 камер, нам здесь не нужен монтаж, нам нужен максимум штатив, чтобы была не трясущаяся картинка, микрофон, подключенный к твоему телефону, и ты. Все, больше ничего не надо, это несложно. Вторая категория, я взяла продажи косметики. Это ролики о косметике. Значит, в чем хитрость? Даже если вы, например, считаете, и ты думаешь, ну не столько я той косметики продаю, но очень много конкуренции, но это очень смотрибельная тема. И продвигаться она будет органически очень легко. Поэтому все, что касается тем средств, которые помогают избавиться от акне, домашний уход после такого-то возраста, такого-то и такого-то, топ-5 средств 2019 года, все эти темы делаются именно с подтекстом хитрости для того, чтобы люди это смотрели. Они массовые, они топовые, они будут давать все равно вес каналу, потому что как ни крути, нам все равно нужно количество подписчиков какое-то, потому что это дает для канала, да, некий вес. У тебя может быть 1000 подписчиков, которые, дай бог, будут 1000 твоих клиентов, и по сути тебе больше не нужно, это супер круто. Но люди все равно смотрят на количество, поэтому все равно кто-то из этих людей будет становиться твоим клиентом. Пусть в меньшем количестве, но все равно эти люди будут. Поэтому вот эта тема, которую можешь вести не ты. Это может быть твоя прекрасная супруга Виктория, которую я мечтаю сделать героиней кадра. Это может быть твой косметолог, люди, которые разговаривают. То есть на канале твоем не обязательно, чтобы везде был ты, но, конечно же, на ключевых позициях должен быть ты. Кто у нас может этим заниматься? Я думаю, Виктории надо заниматься этим. Она любит косметику. Откроешь там дома полочки, там все забито, косметика. Еще что, в чем плюс канала? Когда есть мужчина и женщина, даже когда я Сережу добавила на наш канал, как приправку, да, когда его выпускаю одного в эфир, люди говорят, о, такой нудный, там что-то скучно. Но в то же время, когда его нету, многим кажется, что я недостаточно умна. Поэтому я говорю, Сережа, ты как перчик должен быть. Поэтому женщина на канале – это тоже хорошо, тем более красивая женщина. К ней будет кредит доверия. Следующий момент – это каким образом нам продавать другие услуги в твоем салоне. Я изначально, когда думала о контенте, я поняла, что все-таки лучше нам сильно не рассосредотачиваться по контенту. И если уж мы говорим о косметологии, то сосредоточить контент именно на косметологии, чтобы у нас не было там причесок, ресничек. В любом случае, люди, которые попадают в твой салон, уже дальше задача внутри грамотного администратора, да, там твоя в том числе, сделать так, чтобы клиенты переплывали один к другому. А по косметологии есть огромное количество вопросов, как различных процедур разных, которые вы делаете в салоне. Точно так же и массовых тем, типа самые рабочие пилинги, как сделать массаж лица в домашних условиях, то есть контент, который будет нам позволять наращивать массу. А здесь уже вопрос идеально, если это будет делать косметолог. Сейчас у тебя очень разговорчивый косметолог. Да, вот. Болтун. Болтун, косметолог-болтун идеально подходит на эту тематику. То есть точно так же, небольшие ролики, минут 10 в ее кабинете, с камерой, прекрасно с этим справляемся. То есть тоже ничего нету сложного. Еще одна рубрика, естественно, это обучение. Это опять-таки твоя рубрика, где ты должен показывать себя как человека, который разбирается в этом, и какую пользу ты можешь принести тем, кто либо только начинает этот путь, либо в зависимости от того, какие у тебя там будут проходить мастер-классы и какая аудитория тебе интересна. Люди, которые уже в данной теме работают. То есть, возможно, это твои авторские техники, новые техники, вообще какие-то вещи, фишечки. Тут ты сам должен понять, какие это будут темы, но это будет давать тебе прирост именно таких людей. Мало того, что интересно вот из моей практики свадебной, это то, что люди, которые изначально идут к тебе как клиенты, впоследствии могут становиться твоими учениками. У тебя был такой опыт? Да, несколько. Вот. Таким образом, понимаешь, эти люди у нас тоже перетекают.
Наша ключевая всегда задача, обращаюсь ко всем, это прирост базы и аудитории людей. Людей, которым мы нравимся, людей, которые нам начинают доверять. Для кого наше мнение становится авторитетным по ряду причин. Когда нас долгое время люди наблюдают, они, естественно, начинают нам доверять и затем рекомендовать нас кому-то, рассказывать о нас, обращаться самим. И если уж идти кому-то учиться, то, естественно, что идти только к нам. Это нормально. Но есть еще интересные штуки, которые прекрасно работают на канале и помогают ему запуститься и выделиться среди всех остальных. И одна из фишек – это реалити-шоу. Это то, что людям кажется очень сложным, но опять-таки в твоем случае, я не буду пока раскрывать идеи, как это будет происходить, я хочу, чтобы вы потом посмотрели это прямо у Теодора на канале. Запуск реалити-шоу, где мы можем показать твои возможности и привлечь большое количество людей, это очень классная движуха на канале, потому что как ни крути, канал все равно нужно двигать, все равно нужно делать какие-то активности и нужно давать какой-то контент неожиданный. Тот, который будет заставлять человека отложить все остальное, потому что образование мы всегда можем отложить на когда-то потом, а развлечения нет. Когда мы видим развлечения, особенно пытки, например, есть реалити-шоу, как Ермилову терли на терке. Ты бы мог выложить это. Это как бы контент, опять-таки, не сложный. Главное правило всегда, когда нам что-то в голове становится сложным, разложить его на максимально простое. По выходам. Я вижу в твоем варианте 2-3 ролика выхода в неделю, 10-минутных. По записи вижу это записи блоками, например, чтобы мы 5 роликов твоих одних записали в один день, 5 роликов записали другого кого-то, а потом периодически, возможно, подписывали, если у тебя идет мастер-класс, например, по обучению, ты можешь сделать какие-то 5 минут прямо во время мастер-класса, где ты с микрофончиком уделяешь время какому-то конкретному кусочку, и это уже является моментом для твоего ролика по обучению. Самое ключевое здесь, как в тайм-менеджменте, вписать это в график, разбить на маленькие запчасти и дальше понять, что с этим делать. В идеале никакого монтажа, человек, который будет это заливать. Сергея пригласим, он должен подъехать, расскажет, каким образом мы это будем продвигать, потому что это важно, но для этого тоже мы не будем делать каких-то больших супервложений. Наша задача оптимизировать контент, правильно написать название, это я беру на себя, можешь не волноваться. Сделать обложечки, дам шаблонный вариант, каким образом опять-таки это упростить. То есть в твоем случае ничего не нужно превращать в что-то очень сложное и вот такое, знаешь, супер замороченное. Наша задача сейчас включить канал и сделать так, чтобы у нас за 2-3 месяца набрался какой-то первых несколько десятков видео, и чтобы у канала появился вес. А дальше мы уже будем смотреть, что из этого работает, а что нет. Но превратить это в маленькую работу. Точно так же, как ты сделал это с Инстаграмом, и сегодня у тебя регулярные публикации, все происходит. То же самое сделать с ютубчиком. Я вижу у тебя счастливое выражение лица. Я безумно счастлив. Вопросы. Когда бежать? Когда бежать, это хороший вопрос. Смотри, мы в формате моем, что мы сейчас будем с тобой делать? До следующего нашего выпуска, а я хочу показать все максимально быстро, мы с тобой договоримся о днях съемки, я буду присутствовать с тобой на съемках изначально, чтобы помочь, показать, как выстроить, как включить, о чем говорить, настроить тебя на правильную волну, и чтобы мы начали вот записывать по старинке, чтобы вы выработали определенный шаблон. После вы это легко сможете сделать без меня. Выработаем шаблон и придумаем, как правильно делать твои обложки, чтобы они были прикольные и опять-таки несложно абсолютно делались. Сергей поможет с разработкой и оптимизацией вот этой всей истории, потому что, по сути, нам нужно один раз таргетировать аудиторию глобально, нам нужно сделать там хэштеги, правильное описание, но это все, по сути, делается один раз и дальше уже редактируется совсем чуть-чуть. В твоем случае ничего экстра сложного нету, кроме того, что нам надо просто сделать из этого систему и решить для себя, что мы это делаем. Все, одно решение. Сильно жизнь это не усложнит? Немножко? Ну, как сказать, я зарегистрировал YouTube канал свой 1.5 года назад, и там пока ни одного ролика. Вот я тебе покажу, как со мной там появятся ролики. Вот если ты только не отключишь телефон и не переедешь. Если ты отключишь телефон, я тебя найду все равно. Если тебя это не сойдет, тогда придется отключать. Ты думаешь, я долго еще так прохожу? Ну, не знаю. У тебя сейчас какие-то есть вопросы, на которые ты не получил ответы?
Да нет, так как бы понятно, но похоже к Инстаграму. Мы все-таки пишем видео, делаем много монтажа на видео. GTV какое-то вылаживаем. То есть какие-то мы уже действия делали. С тобой мы уже много чего делали, снимали. Поэтому все понятно. Но ты готов на это уделить время? Знаете, куда деваться? Понимаешь, если мне придется где-то урезать время, значит, придется как-то уменьшать количество клиентов, придется поднимать прайс. Да, прайс – это такая штука, которую необходимо поднимать, конечно. Но регулярно. Регулярно. Я думаю, что через год работы канала однозначно это очень сильно отразится и на финансах в том числе. Потому что сегодня, как ни крути, нормальных YouTube-каналов очень мало. Именно по причине того, что люди сливаются. Люди находят время на что угодно, но они не находят время на такие системные вещи. YouTube рулит, я вообще абсолютно в этом сегодня убеждена. И даже те люди, которые выходят сегодня на меня, с которыми я общаюсь благодаря YouTube, благодаря тому, что меня видят, и сколько людей меня узнают, спасибо всем. Вот, это очень круто. То есть я понимаю, что этот ресурс недооцененный еще в нашей стране. И пока его активно не занял кто-то, нужно занимать. И повторюсь, не нужно делать из этого культ и считать, что я должен снимать круче всех. В данном случае вопрос в тебе, в твоей харизме и в том контенте пользу, который ты будешь нести. Люди любят людей. Они не хотят видеть ведущих, они не хотят видеть идеальных людей. Они хотят просто кому-то поверить и чтобы кто-то сказал им правду. И если ты оказываешься этим человеком, все как бы очень классно складывается, и тебе хорошо, и им хорошо. Да, когда меня клиенты спрашивают, будет больно, я говорю, будет больно, сильно больно, очень. Но в то же время никто не убегает. Я просто на себе попробовал несколько процедур. Я понимаю, что это больно, да, когда осы кусают. Зато, когда тебе говорят, ой, вам правда столько лет, никогда бы не дала. Ты думаешь, пусть кусают. А вот то же самое и здесь. Тогда смотри, наш план с тобой действий такой. Мы сейчас за кадром посмотрим графики, назначим с тобой уже первый съемочный день, чтобы мы с тобой отсняли, например, первый блочок. И сейчас прямо мы с Сергеем поменяемся местами, потому что он не хочет на моем фоне быть слишком некрасивым, говорит, у меня нет решетки. И я бы хотела, чтобы вы еще обсудили момент все-таки технического характера, чтобы он немножечко дал полезной информации, потому что мы на примере кейса Теодора хотим остальным людям тоже показать, что YouTube-каналы можно и нужно делать, даже если у вас нету огромных компаний, как бы, и, как кажется, на это нужны какие-то супербюджеты, супервремя, это возможно, хотя времени у Теодора мало. Я помню об этом, поэтому мы скоро закончим съемку, чтобы ты побежал к клиенту. Сережа! Привет. Привет. Я так понял, что Оля тебе все рассказала. Вопрос остался, где брать людей на канал, зрителей. Да. Потому что, ну, многие люди как раз почему обламываются, когда делают канал, потому что человек делает видео, выкладывает. Причем хорошие иногда делают видео. Не хуже, чем на каналах, на которых, например, миллион просмотров. Он выкладывает, но кроме него нету больше ни одного просмотра, потому что YouTube такая штука, что ей нужно сначала показать, что твои видео кому-то интересны. А для того, чтобы он узнал, интересно ли кому-то или нет твои видео, их нужно сначала кому-то показать. Такая заколдованная штука получается. На тебя ложится ответственность, ну, скажем так, задача. YouTube трафик дает. Органический трафик YouTube – это самое лучшее, потому что он показывает твои видео тем людям, именно которым это нужно. И для того, чтобы это было, чтобы он понимал, каким людям твои ролики рекомендовать, сначала нужно ему показать, какие люди это вообще смотрят. Поэтому первые, значит, зрители ты должен найти сам. Но самый, как бы, простой путь, которым можно идти, это просто настроить рекламу по определенным ключевым словам. Ну, сначала нужно видео оптимизировать, адаптировать, прописать теги, но я не буду на этом останавливаться, потому что полно этого на YouTube, то есть ты можешь ролики найти там. Теги, в принципе, да, это ключевые слова, которые, ну, у тебя же будет несколько видов целевой аудитории, да, будут люди-косметологи, которые будут у тебя учиться, будут люди, которым интересно прийти к тебе. Для каждой целевой аудитории ты будешь подготовить разный контент,
контент. И, соответственно, разные ключевые слова, да, то есть в зависимости от того, о чем это видео. И самое главное, очень сильно влияет, конечно, это название. Если правильное название, но нельзя в названии человека обманывать. То есть если название какое-то есть, например, как увеличить нос с помощью инъекции, то в ролике должен быть об этом, да? И нужно не просто про это как бы показать, а желательно, чтобы человек узнал именно как. Тогда это будет классно. Где взять первых зрителей, да? Первых зрителей можно взять по рекламе, по ключевым словам. Опять же, выстраивается реклама та же на YouTube. Точно так же, как реклама для Google. Через тот же рекламный кабинет Google настраивается реклама просто. Есть два основных вида рекламы – in-stream и in-display. In-stream – это когда твое видео показывают перед началом чего-то ролика, да? Я не рекомендую тебе этот способ, потому что ты открываешь чей-то ролик. Ты хочешь посмотреть, например, там какой-то сериал. И тут перед началом врывается чья-то реклама. Какая мысль? Первое, да? Скорее бы прошло эти 5 секунд, когда я могу его пропустить, да? Я не люблю этот способ рекламы. Он хорош для охвата, когда какие-то бренды рекламируются, нужны миллионные там, ну, просто показаться, да, сильно. Тебе это не нужно. Тебе нужна максимально целевая аудитория. Поэтому мы этот не настраиваем. Мы настраиваем такой второй способ in-display. Это тогда, когда твои ролики будут рекомендоваться рядом, ну, как похожие, да, где-то рядом. То есть человек ищет, либо он смотрит какое-то видео, рядом показывается твой ролик, либо в результатах поиска, когда он по ключевым словам ищет, ему выдается. Это как бы самый простой путь, он стоит денег. А вначале, как правило, люди не используют те ресурсы, которые у них есть. Смотри, у тебя есть сайт. На сайте есть какое-то количество посетителей, которые уже туда приходят, да, и на сайте можно эти видео размещать тоже. Второе, у тебя нормальный Инстаграм, там нормально подписчики, достаточно такие активные, и в Инстаграме нужно просто-напросто делать сторис и говорить: ребят, смотрите, на Ютубе новое видео выложил, ну и рассказываешь, о чем это видео, и таким образом люди будут переходить. Конечно, люди очень, не очень охотно переходят там, с Инстаграма на Ютуб и так далее, но тем не менее, если это твои нормальные подписчики, то они придут и подпишутся на тебя в Ютубе тоже. Это вот самый первый, да. Если у тебя есть какая-то email-база, может быть, клиентов, разошли письма, скажи, вот у меня появился YouTube-канал, там вот появились несколько первых видео. Но надо, чтобы было несколько видео, чтобы люди как-то чуть-чуть видели, что там оно не одно. И подписывайтесь, да, я буду выкладывать дальше и рассказывать, что ты дальше там будешь делать, какие видео ты там будешь выкладывать. Вот это самое лучшее, потому что самая лучшая аудитория – это именно твоя, которая тебя уже знает. Их поведение будет лучше, чем у новых людей. А YouTube смотрит по поведению зрителей. Он смотрит, насколько долго они это видео твое смотрят, да? Смотрят ли до конца, как они комментируют, лайкают они или не лайкают. И все это он оценивает и принимает решение о том, насколько твой ролик интересен другим людям, показывать его или нет. Ничего сложного нет. Я тебе рекомендую, смотри, когда ты делаешь, выкладываешь новое видео, еще до того, как ты его открыл, а просто ты его залил на канал, но ты можешь быть залить за несколько дней до того, как ты его откроешь. Нужно настроить рекламу. Реклама проходит модерацию сколько-то. Она может проходить день, два, три. Видео проходит дольше модерацию, чем обычные текстовые объявления, потому что его там отсматривают модераторы. Поэтому нужно время. Очень хорошо, когда ты видео уже открыл, уже оно прошло модерацию, ты можешь сразу включить рекламу, пустить трафик на него. И таким образом смотреть, как твои посетители реагируют на видео. Твоя цель со временем полностью отказаться от платной рекламы, когда у тебя уже наберется достаточное количество подписчиков, работать только на органическом трафике, потому что это самый лучший трафик. Вот, но вначале нужно немножко раскачать с рекламы, с твоих подписчиков, с твоих клиентов, попросить друзей пойти подписаться. Вначале каждый подписчик на вес золота у тебя. Как-то так. Конечно, надо попробовать. Это интересно. Я понимаю, что это видео может смотреть во всем мире люди без проблем. Еще смотри, видишь, сейчас, ну, как бы в твоей тематике, тематика красоты, Инстаграм – это как бы самая социальная сеть, которая лучше всего там более раскрученная, да? В то же время там сумасшедшая конкуренция. Оля правильно сказала, на Ютубе конкуренции меньше. И на Ютубе видео может работать вообще годами. Бывает, знаешь, как ты угадаешь с названием или с обложкой. Я вот наблюдаю, у нас некоторые видео по много лет, каждый час его могут посмотреть там 5, 7, 10 человек. Да, вначале ты выкладываешь, его смотрят, конечно, сильнее, но со временем
когда он проходит месяц-два, видео уже каждое смотрит меньше, но все равно кто-то смотрит, все равно люди находят его на YouTube по ключевым словам и смотрят, и оно работает годами. Поэтому это такой стратегический инструмент, понимаешь, он как-то работает гораздо сильнее, чем вот Instagram. Mm-hmm. Поэтому мы вот сейчас сосредоточились так на YouTube и на нем работаем, потому что мы реально видим результаты, потому что мы сами, да, сами там работаем, поэтому мы тебе рекомендуем просто. Хорошо, спасибо. Ладно, давай, что, надо идти, начинать. Давай снимать? Давай. Давай. Начинаем снимать первое видео. Первый. Прием. Вот, все сняли, видели? Первое видео заливаем. Заливаем. О чем, все. Как обложку назовем? Наверное, дятлы. Ну что, ребят, я искренне надеюсь, что вы не уснули, а сидели все и записывали. А еще лучше, прямо сейчас, я заикаюсь, наметили для себя съемочный день, съемочный контент, поставили телефончик напротив, ну и начали вещать. И записали себе 10 роликов. Вот мой первый вам совет. Возьмите и просто запишите первые 10 роликов. Отвратительные, ужасные. У вас будет мерзкий голос, вы будете мерзко выглядеть. В общем, смиритесь с тем, что вы мерзкие, как это сделала я. И наслаждайтесь, ребят. А в следующем выпуске мы обязательно увидим что-то интересное. Самое главное, подпишитесь на канал, ну хотя бы, чтобы наблюдать за такой ненормальной. А еще лучше, подпишитесь и богатейте, потому что мой канал, как святое, можно прикладывать к одной груди, ко второй, и будешь богатеть. Всем пиз. Я пошла есть пиццу, раз уж я оказалась в самой вкусной пиццерии этого города. Пока, пупсики.